Итак, всем доброго дня. Сегодня у нас в обзоре мини-экскаватор Mitsubishi MM30SL из серии планировщик. Вот. Отличительная черта — это наличие ковша с плоской платформой. Там у нас располагаются дополнительные гидровыходы. Отвал у него с функцией плавающего режима. Все цилиндры целые, без коррозии, сухие, без подтеканий. Все необходимые места прошприцованы. По технической части экскаватор обслужен, подготовлен. Техника полностью готова к эксплуатации. Под капотом двигатель Mitsubishi Astriel. Расскажу немного о рычагах. Здесь у нас располагается рычаг блокировки гидравлической системы, педаль быстрохода. Здесь у нас располагается педаль для дополнительных гидравлических выходов. Наработка экскаватора 4256 моточасов. Здесь у нас отопитель. В кабине очень тепло. Здесь у нас располагаются два рычага хода. Рычаг поворота башни. Рычаг управления ковшом. Подъем стрелы. И вылет. Здесь у нас располагается рычаг управления отвалом, рычаг газа, компьютер бортовой, на котором можно задать значение периметра, который копать. Есть у нас дворник стеклоочистителя, бачок омывателя. Здесь у нас радио. Сейчас запустим двигатель, посмотрим его манипуляции, вот проверим гидравлику. Смещение стрелы, мультирежим работает отлично. Все механизмы режима работают очень плавно, без всяких рывков. На гидравлике отжимается отлично. Гусеницы экскаватора в хорошем состоянии. Вот. Есть мелкие трещины,
что не критично. Экскаватор очень компактен и маневренен. Состояние у него близкое к отличному. То есть техника полностью готова к эксплуатации. Имеется также головное освещение.